Астана Open подходит к своему логическому завершению. Даже как-то грустно прощаться со всеми игроками и этой атмосферой. Определились финалисты турнира. В очередной раз удивил австралиец Джон Милман. В полуфинальном поединке с американцем Фрэнсисом Тиафо он отыграл дефицит в сет и сделал обратный брейк в решающей партии. Здравствуйте, меня зовут Сабиб Байбусинов, это видеодневники Астана Open, и мы начинаем. Я определенно не хотел играть три сета, особенно после вчерашнего сложнейшего матча. Игра выдалась нелегкой, это был физически сложный теннис. Фрэнсис очень опасный игрок, но у меня получилось сегодня выиграть. На любом турнире ATP дойти до финала сложно. Конечно, для меня сюрприз, что я дошел до такой стадии. Но на каждый турнир мы едем с надеждой выиграть. Здесь я чувствую себя комфортно с самого начала, наверное, из-за гостеприимства Федерации тенниса Казахстана и всех тех людей, кто сделал этот турнир возможным. Вторым финалистом турнира стал француз Адриан Монарино. Таким образом, за главный трофей поборются третий и четвертый сейны соревнований. С этой точки зрения никакой сенсации не получилось, однако прорыв был у финна Эмиля Руссавори. Он впервые в карьере дошел до полуфинала турнира ATP и начинал играть Эмиль здесь в квалификации. На этом турнире моей целью не был финал. Я надеялся задержаться здесь настолько долго, насколько я мог и насколько позволяла моя игра. Я рад быть в финале. Вчера и сегодня были очень изнурительные матчи. Надеюсь, что я восстановлюсь хорошо и смогу хорошо сыграть в финале. Завтра будет очень важная игра, и я постараюсь сфокусироваться на ней. После мировой пандемии в мужском туре изменилось распределение призовых между игроками. Больше стали получать участники квалификации и первых кругов. Кстати, призовой фонд Astana Open составил $275 000. Но кроме денег, победители одиночного и парного разрядов увезут с собой трофеи, специально изготовленные для турнира. У нас кубки необычные. Мы постарались подойти тоже к этому вопросу креативно.
Победитель одиночной встречи получит этот замечательный кубок, который стилизован под байтерек с полудрагоценными камнями, достаточно весомый, внушительный. Мы хотели, чтобы каждый человек, который получает такую награду, почувствовал весомость нашего трофея. Эта награда достанется финалисту, то есть это одиночка. И в паре будут 4 тарели, то есть 2 для победителей и 2 для финалистов. Мы работали с ювелирным домом, это известная российская компания. Было сложно найти тех, кто успеет такой короткий срок, поэтому местные наши казахстанские исполнители не взялись за такую работу, потому что должна быть достаточно мощная база производственная. Вот. В этом году отработали, нам в целом исполнение очень нравится. Здесь полудрагоценные камни, серебро, позолота, то есть очень дорогой получился трофей, и я думаю, что спортсмены навсегда запомнят именно этот кубок, эту тарель, и будут вспоминать о нашем турнире с хорошими эмоциями. А в целом очень сжатые сроки были, всего 6 недель с момента вообще появления информации о том, что мы будем у себя иметь этот турнир, и поэтому заказ быстро производился, разрабатывался дизайн тарели, запускались они в работу, кубки, и нужно было быстро доставить, как вы правильно говорите. Для этого большую помощь нам оказало посольство в Москве, в Российской Федерации, за что им отдельное спасибо, и удалось общими усилиями быстро доставить их сюда, чтобы к турниру они уже находились здесь и были готовы попасть в руки своих законных обладателей. Для победителя кубок весит порядка 12 килограмм, то есть он очень весит, и это лазурит, это полудрагоценный камень, и в этом плане мы считаем, что он действительно отражает то значение, которое турнир имеет в международной сетке, календаре. И, конечно, тарели тоже достаточно весомые, с учетом подставки, они где-то 1,7 кг весят. В каждом виде спорта есть свои исключительные правила. В теннисе их тоже предостаточно. Вот, например, вы никогда не задумывались, почему судья вместо нуля говорит «love»? Или почему счет игры такой странный? 15, 30, 40, гейм. Это объяснить крайне сложно. К тому же оказалось, что версия не одна. А вообще теннис был основан во Франции, и как бы легенды гласят о том, что счет в гейме велся как по часам по циферблату, начиная от нуля, потом четверть это 15, половина это 30, и следующая еще четверть это 45. Но так как сдалека на циферблате не было заметно, не было понятно, когда счет был 15-45, что стрелки были, как сказать, параллельные, поэтому для удобства сделали счет 40, и поэтому после 30 идет не 45, а идет 40. Еще некоторые говорят, что так как это французский язык, и на французском языке 45 говорить было сложнее, чем 40, поэтому у нас пошло 0, 15, 30 и 40. А еще интересно, что 0, он, почему мы не говорим zero никогда, мы говорим love, это идет тоже со французского, потому что на французском love — это яйцо, то есть яйцо это как, выглядит как 0, и с того времени так и осталось, что 0 — это love. Мы сейчас объявляем как клуб. Вообще у нас есть процедура, например, если проводится турнир в стране, где официальный язык не английский язык, в первую очередь мы объявляем счет, всевозможные объявления, скажем, начало матча, это все происходит на местном языке. On best, on best. 15-0. И потом, как бы для удобства, скажем, кто-то смотрит из других стран, уже потом на английском языке. И у нас это как бы обязательная процедура, это не на выбор, это как бы обязанность. И, скажем, это очень важно знать какие-то фразы, если есть зрители, потому что, скажем, чтобы успокоить кого-то, если скажешь на английском языке, не факт, что поймут. У нас есть официальный документ, перевод нашего счета, перевод, ну вот, фраз. Он отправляется в Международную федерацию тенниса, и как бы все могут его просто скачать. И, ну, так же они приезжают, обычно за неделю, за день начинаешь готовиться к турниру, раскачиваешь, распечатываешь и сидишь, читаешь, что мы отлично делаем транскрипцию, как это слово произносить. Потом, так как у нас все как бы друзья, мы с другом общаемся, и обычно бывает, если Казахстан, ну, Казахстан судьи приезжают, на WhatsApp записываю аудио, там, 0, это значит, там, love, on best, 15, я отправляю. Тем временем на центральном корте начались приготовления к церемонии награждения и закрытия турнира. Пройдет она после финальных матчей в воскресенье. Вы, дорогие телезрители, сможете увидеть ее в эфире телеканала «Казспорт». И, как обычно, не забывайте подписываться на аккаунт Федерации тенниса Казахстана в социальных сетях. Там очень много интересного. И на сегодня у меня все. Я прощаюсь с вами до завтра.